первый раз падает и знак. Не выпадаешь, но знак вообще. Близко что-то не получается снять. Вот этот мэр города был близко очень. Я даже за него молился, за упокой. За здравие-то каждый день поминали. Обещаем, он погиб. Потом посмотрите, что это. Прочитайте все. Вот, и дальше пройти вот эту, которая так называется. Ну, лента, что пополам разрубил сосуд, это как бы жизнь, так он видит, из художник. Вот. Вот какой мрамор. Ну, площадь названа в честь главы городского самоуправления Барнаула Баварина Владимира Николаевича. 1939 год. Это мы ровесники были, в 2003 году. Даже не верится, что 20 лет назад мы потеряли его. У меня близкие отношения с прокурором края были. Ну, всегда мог приходить. Душевные люди такие. Пороскун Юрий Федорович. Только его убили. Я пошел, он сидит такой печальный, говорит, что же он наделал? На нем столько висело всего. То есть он везде успевал делать, был парторгом. И вот я, который 11 лет шел в суд, когда я был реабилитирован, то есть помилованность из лагеря выпустили 25 марта 1987 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. А уже реабилитирован я был 4 января 1992 года. И когда вернулся, я подал в суд, что у меня взяли, имею право теперь требовать назад. По тамошним размеркам они должны были мне 11 миллиардов. Я сам переводы делал разные, составлял. В то время еще мы не знали, вот, как сейчас. Все на магнитофоны, вот это шло. Я 11 лет шел в суд, отменяли, применяли там какая-то Амелина. Президиум Верховного Суда СССР все вернуло назад. Мне тут особенно помог, конечно, Баварин, прокурор края, вот Юрий Федорович, он живой еще. Вот, тут Тен был один, Леонид, кажется, звать его, как-то кореец или кто. Он говорит, ну сколько может тянуть Лапкина-то, руки-ноги не вставишь, что со мной делали. В общей сложности меня правительство хорошо угостило, аж 26 лет. Выкинул, нигде на работу не устроиться, психиатрия, тюрьмы, лагерь. Ну и вот так вот. Но я ни на кого не обижаюсь. Это мой путь. Они мне биографию составили. После этого таких диссидентов уважают там в Америке. Меня пригласили, заплатили. Ну и вот. Пришел я сюда. Когда я услышал, что погиб, куда-то торопился на машине, я сразу стал названивать, верующий он был или нет, до конца-то. И главный редактор нашей центральной газеты «Алтайская правда» Шевчук Ольга Николаевна говорит, да, верующий. Я уже где-то 12-м шуку себя названивал. Он там говорит, у Золотухина, Валерия Сергеевича, ребенка держит. Ну, ребенок, может, незаконный, не в этом дело. Главное, церковь, он у него как то ли кум или как духовный. Вот так. Я сразу помолился и сказал, Господи, если моя молитва не угодна, прости меня. Но за него молитва идет легко. И вот нам сильно помогал еще ректор Алтайского государственного технического университета Евстигнеев Владимир Васильевич. Это нельзя сказать даже, вот как, не поверит никто. Он академик, профессор. А я кто, какая пешка? Ну, там 18 лет вели занятия. И у него проходит собрание, там одни профессора сидят. Он встанет, увидит меня, что я прихожу. Заходи! Я зайду, он, вы знаете, кто это? Ну, кто меня знает? Вы не знаете его? Ох, да это же Лапкин Игнатий Тихонович. Я преклоняюсь перед ним и при всем обнимет и поцелует. И низкий поклон сделает. Невероятно. И вот тут за 11 дней до смерти Владимир Николаевич Баварин, я зашел к нему, так частенько заходил к нему, он ко мне на дом приезжал. И он уже в тамбуре увидел, какой-то человек идет с ним рядом. Вы знаете, кто это на него? Ну, кого он знает, с Кемерово или откуда мужичонка? Да это же Лапкин. Ну, ему еще говорит. Да он там коммуну построил, которую мы коммунисты не могли. А там Потеряевку назвал, но еще больше смущения. И вот бывает где-то что-то неповадок какой-то. Я прихожу домой, только звонок дал, все. Все будет сделано. И который я получил за то, что мне суд присудил. Как рассчитывается, денег-то нет? А судебный исполнитель пришла к нему и сказала, если Лапкин не рассчитается, арестуются все счета бюджетников. Не учителя,
ни врачи не получат ни рубля. Такой закон. Я не знал, что такая власть есть. И меня сразу вызвали, сразу, ну, как с вами рассчитаться? Я говорю, нам нужна недвижимость. Недалеко, чтобы от остановки было, и сухое место было, чтобы вода не рядом была. Мы церковь отдельную православную будем иметь. Мы не отличаемся ничем. Ну, вот эта торговля, вот это безобразие выходит. Не крестят, только лопают, проплатить деньги. У нас все бесплатно, к слову сказать. Ну и согласились, 13 соток мне дали. Ну, а сколько площадь-то должна быть? Ну, тут у одной главы администрации железнодорожного, Петро, вице-мэр тут потом стал. Ну, я гляжу, как его кабинет и приемная. Метров квадратных 100, а мне дали 226. Два здания. В одном все законно, законно, все это выписались. Это прямо все документы. Баварин помогал, Владимир Николаевич, царство ему небесное. И вот тут мы молимся. Господь дал нам два здания. В одном я живу, через стенку две квартиры, а в другом храм сделали. И он приезжал, посмотрел, как много вы сделали уже. То есть он, мэр города, очень относился к нам хорошо. И когда он годовой отчет давал как мэр, он ко мне присылал людей, это с открыткой какой-то. Ну и зовут. Чтобы прийти на его. И когда я пришел, а потом его секретарь спрашивает, ну как он выступает? Парторг моторного завода бывший. А, они вас тут гробили, а вы им фимиам вроде. Я говорю, я знаю, вижу, люди другие стали. Я могу об аварии сказать только, печаль моя, за 20 лет не прошла. Молюсь за него каждый раз. Господь дивный, милостивый. Это вот Барнаулка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 шагов. Ну, Барнаулка, вот дома какие. Барнаулка – сильнейший город, какие я знаю. 10. Все на этом.